Привет всем на канале Art School. По многочисленным просьбам, сегодня вы научитесь рисовать портрет девушки в профиль и красивую вечернюю прическу. При подготовке видео использовалась продукция Artberry, производство компании Эрих Краузе. В коробке цветных карандашей премиум класса Artberry всего 24 ярких цветов. Созданные рисунки будут несомненно яркими, благодаря такой насыщенной палитре. Рисуем карандашный эскиз. Сначала нарисуем овал, это будет голова девушки. Дорисовываем нижнюю челюсть. Теперь дорисуем линии для шеи и плечей. Чуть выше самой головы рисуем контуры прически. Вытираем ластиком лишние линии. Прорисовываем профиль лица, рисуем нос, линию рта и подбородок. Рисуем детали лица, крыло носа, бровь и глаз. Дорисуем у профиля верхнюю и нижнюю губу. Теперь давайте детализируем прическу. Рисуем плавные линии для локонов. Собираем волосы красивой заколкой в виде цветов. Можем нашу работу теперь закрасить цветными карандашами. Для кожи возьмите персиковый или охристые цвета. Закрасим полностью лицо и плечи. Брови и глаза рисуем коричневым. Светло-коричневым цветом рисуем нос и ставим тени на лице. На волосах сделаем растяжку цвета от корней до кончиков, от темно-синего до розового. Синим цветом закрашиваем верхнюю часть волос, оставляем блики незакрашенными. Стараемся делать объемными волосы. Используем фиолетовые оттенки для теней. Нижнюю часть волос закрасим в розовый. Рисуем линии черным карандашом в самых темных местах, где волосы собраны.
красным добавим яркости. Осталось закрасить заколку в виде цветов. Розовым закрасим цветы и зеленым листики. Получился такой рисунок. Ставь лайк и не забудь подписаться на канал. До новых уроков. Пока!